А вот, проходя мимо, значит, такие небольшие водопадики, красота такая, водичка холодненькая. Можно окунуться, ополоснуться. Вот здорово как. Так, вот. Вау, вот это мощь, природа. Тоже здесь есть такие некие силы. Можно зарядиться, друзья. Вход, скорее всего, будет платный. Вот. Смотрите. Ты тут был когда последний раз, Эрик? Не помнишь. И не хотел ехать. Детей, конечно, не выгонишь. Но сегодня мы заставили. Тимурчик, помаши ручкой. Ага, Иришка. И я. Все, стоп, подарок коньон. Сейчас заходим. Сейчас мы и узнаем, сколько стоит вход. Ага, окей. Так. Смотрите, друзья, вот это вход на Сападаре каньон. Смотрите, какая красота. Кто? Я не знаю. Где-то мы виделись, да? Мы знакомы с тобой. О, привет. Где мы виделись с тобой? А, он кальяны делает, да? Да. Кальяны он делает в этом, блядь. Мы делали обзор отеля. Какой? Баярбич. Баярбич. Видишь, память у меня хорошая. Так что приходите к нему, он вам кальян замутит. Так, сотка, да, стоит вход? Отлично. Так, детям у нас по 3 года. Не, дети бесплатно до 7 лет, да? Так, сейчас мы должны, получается, сделать оплату, друзья. Вот наша компания, соточка вход. Вот, дети до 7 лет бесплатно. И заходим. Потом, получается, мы пройдем вот это ущелье и пойдем вон туда, 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 туда. Там будет очень-очень, друзья, красиво. На самом деле, Сападаре каньон, он просто великолепен. Я уже здесь 3-й или 4-й раз в жизни. И совершенно не жалею, что я здесь, собственно. Если вы отдыхаете в Алании и, возможно, здесь никогда не были, то с удовольствием проведу вам экскурсию, как будем говорить, так, пеший гид. С вас тачка, напитки, а с меня экскурсия. И хорошее, друзья, настроение. Обращайтесь, пишите в личку. На самом деле, многие люди не знают или ездят просто на экскурсии. Сейчас одну минутку, но я именно делаю такие дружеские экскурсии и не за деньги, друзья, чисто компашка. Компашка это мое. А мы погнали, заходим. Давай, ты там мне билеты покупаешь. Опа-па. Вот так вот. Маришка покупает, вот видите. Соточка стоит 1 человек. Чуджук, муджук. Все есть у нас сюда. Раба. Холай Хельсе. Насусын. И Венденас. И Пешикерлер. Итак, друзья, наши друзья уже заходят. Вот, мы их догоняем. Чтобы пройти это все, вот смотрите, хоп-па-па. Сейчас вот все заходят. Мирошка. Видите, Тимурчик. Уджрецис. Тимур, Тимур. Да, он у нас маленький. Вот. Давайте, давайте. Вот. Ну и моя очередь пройти этот. Я зашел, и мы сейчас посетим, друзья, Сападаре каньон. Смотрите внимательно мой обзор, а он будет просто великолепен. Итак, я сказал, если вы отдыхаете в Алании или живете и хотели бы со мной побывать, приглашаю вас всех сюда, с вас тачка, напитки, и я вас всех покатаю. Погнали, наша компашечка пошла. И смотрите, какое видео на память я делаю, шикарное, друзья. Мой стабилизатор просто великолепен, выполняет свою функцию на все 100. Так, сразу, что мы видим? Смотрите, при входе какая красота. Такие маленькие водопады, но дальше они будут
все больше и больше. Есть подобные вещи в Кемере. Ну, мы вот скоро поедем в путешествие в Олимпос. И следующее путешествие, друзья, в Олимпосе, я вам покажу просто невероятные места огни Химеры и другое. Поэтому следите, следите за следующими роликами. Стараюсь, снимаю для вас, любимых. Возможно, вы всегда хотели посетить Сападеро каньон. Но не... Ох, какой тут ветерок! Вот и кондиционер не надо. Хорошо обдувает. Так вот, возможно, вы хотели посетить это место, но не знали о нем. Или, возможно, вы хотели бы без экскурсии, что является лучше. Для меня, например, так, я скажу так, джипов я боюсь. Сейчас нынче джипы стали переворачиваться. Вот. Ну, если есть возможность поехать на машине, то я считаю, лучше поехать на машине. Осторожно, аккуратно, потому что дорога, она идет извилистая такая. Вот. И джипы, они чуть-чуть, как бы меры иногда не знают. И бывают, уходят в кувет. А мы погнали смотреть Сападеро каньон. Ну что, ребята, как вам вообще? Впечатляет первое впечатление? Прикольно, прикольненько, да, такое место? Но нам надо сейчас держать путь в самый конец, и там будет просто ебический водопад. Если захотите покупаться, можно тоже приветствуется. Там будут места, где это возможно сделать. Вот, табличками огражено. Если вы устали, можно вот на лавочке, короче, присесть, отдохнуть. Вот. Вот такой бассейник, можно спуститься, окунуться, ополоснуться и пойти дальше. Вот, прыгать нельзя, сразу предупреждаю. Здесь об этом просят. Ну, а мы идем все дальше и дальше. Дорога, я скажу, она такая ненапряжная. Как бы это не так, как спускаться в лагуну. Намного полегче. Вау, друзья, вот это сила природы. Настоящая сила природы. И она постоянно течет, течет и не заканчивается. Посмотрите, ребятки. Сападеро каньон. Всех приглашаю. Всех. Составлю компанию, друзья. Посмотрите, да? Супер. Так, ребятки, ребятки, не балуемся. А, это Иришка. Я думал, это, блядь, дети балуются. Вас уже не отличишь. Тимурчик наслаждается. Чем ты наслаждаешься, Тимурчик? Вот этим кустиком, да? Прикольно. Пошли дальше. Так. Вот так вот мы идем, 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 идем. Можно пробежаться, если есть силы. Но здесь, я же говорю, дорога классная. Все защищено. Классно. Вот перила есть, поэтому безопасность, пушка просто. Вот, сейчас покажу новые красоты. Погнали. Смотрим. Вот это мы фильм сегодня заснимем. Поехали дальше. Преодолеть эту дорогу, друзья, примерно минут 15. Но если вы устали, всегда есть лавочки. Вот. Мусорники тоже есть. Как бы мусорить здесь не надо. Засорять природу не надо. Желающих здесь всегда. Просто очень много. Смотрите, какое место нашел классное. Красота, да? Прыгать, конечно, здесь стрёмно. Ну что, посмотрели? Отлично. Погнали дальше.
Вот откуда оно все взялось? Откуда? Видите? Дорожка оснащена камерами. Такое ущелье интересное. Все под наблюдением, чтобы никто не баловался. Вот такая вот, друзья, красота. Попытался показать, как смог. Двигаемся дальше. Я уже отстал от своей компании, но для меня важно снять и показать, как, короче, это все выглядит. Вот как-то так. Ставлю на 0,5. Смотрите, какая дорожечка, друзья. Стабилизатор вообще спасает. Классно снимать на стабилизатор. Можно прям вот ближе даже показать. Итак, я немножко со своим лишним весом уже подустал. О, здесь еще хочу сказать, что хочу сказать. Здесь просто классный свежий воздух. И вы прям насыщаетесь кислородом. И прохладно. Несмотря на то, что сейчас жарище, здесь постоянно вот прохлада, классная прохлада. Вот Сападеро каньон, друзья. Меточку скину любому, пишите в личку, скину локацию, вообще без проблем. Погнали, вы устали уже? Вот так вот Иришка. А где ребята? Что, передышечку сделаем, да? Пить он хочет. Потерпи уже. Попьем потом. Поехали. Сейчас мы доходим к месту, где можно покупаться, где разрешено непосредственно, друзья, купаться. Надо было брать с собой купальник, мы взяли, но оставили в машине. Но вода очень холодная, поэтому предупреждаю сразу. Смотрите, какое классное место, друзья. Вот такое вот чудное место. Погнали дальше. Вот мы подбираемся к этим трем водопадам. Ближе, дальше есть еще. Здорово, когда. Можно прям заплыть туда и кайфарики словить. И главное, друзья, это все натураль. Красиво, да, сына? Тебе нравится? Покупаться побудешь? Хочешь? Эрик, покупаться хочешь? Погнали дальше. Да, ну, может, на обратном пути. Я же хочу поснимать сначала. Вот, может, на обратном пути поплаваем. А зачем одежда? Можно плавать в том, в чем ты есть. Да. Смотри, какие пороги пошли. Природные пороги, друзья. Красиво очень. Вот такая вот лестница нас сопровождает.
Вау! Вот это вообще, да? Красотища! Да, прыгать все-таки, друзья, здесь запрещено. Вот есть таблички. Этот каньон, он просто великолепен. Ну вот мы уже идем 16 минут и до конца еще не дошли. Такой вот фильм сегодня мы снимем о путешествии. Сападеры. Это левая сторона. Вы устали? Здесь вот уже почти мы подходим к концу, можно попить чай, гюзлиме. Есть такая, друзья, кафе интересное. Можно сделать, как говорится, остановочку. Давай, тут еще есть, оказывается, туалет. Иришка пошла в туалет. Смотрите, как выглядит, друзья, это кафе. Вот такое оно в тенечке. Вот так. Ну что, вам нравится, ребятки? Супер, да? И мне нравится. Немножко есть задышка. Вроде бы и не курю. Кроме кальяна ничего. Но задышка имеется. Сейчас сделаем небольшой перевал. Ну вот, с ребятами пока. Маман пошла в туалет. И пойдем дальше. А дальше нас ждет самое интересное место. Самое типа как сердце Сападеро каньона. Будет вот-вот скоро в конце. Я вам покажу эту красоту. Кстати, не хочу вас отговаривать от посещения экскурсии, но вы видели, вход сюда стоит, собственно, 100 лир. И если вы возьмете именно экскурсию, то вы заплатите, ну, будете кататься на джипах и заплатите, если я не ошибаюсь, 35 или 40 евро с человека. Ну, вам решать, экскурсия или самоходом. Я был
в жизни два раза на экскурсии в этом месте. Так как ездят водителя, мне не понравилось. Было страшно, реально, вот эти повороты, завороты. И я думал, блядь, постоянно я смотрел и думал, чтобы мы не упали в кувейт. Поэтому я после этого решил, что я буду ездить самоходом. Хотя я ездил когда-то самоходом, мы брали машину в аренду. И мне очень понравилось. Когда вы едете экскурсия, вас постоянно подгоняют. Говорят вам, у вас есть час. Через час мы встречаемся, потом кушаем и валят отсюда все, ну, назад. А у нас здесь время не ограничено, мы никому ничего не должны. Мы просто кайфуем, отдыхаем и делаем крутую просто фотосессию. Ну вот Иришка уже пришла вставать. Вот. И мы будем продолжать путь. Ну что ты, пописала? Да. Молодец. А мы не хотим. Так. Вот какая Америка, какое это, да, движение. Посмотрите, Турция какая красивая. Просто красиво. И главное, прохладно. Это мне нравится. Я думаю, мы в полчасика вложимся в обзорочку. Вот мы уже почти пришли в конец. Вот, друзья, смотрите. Ущелье. Ой, тут еще прохладней. Вообще супер. Вау. Посмотрите, друзья, люди сюда приходят даже с колясками. Вот еще одна девочка пошла с коляской. Прикиньте, как место манит. Ну тут прямо ж, как будто кондер на тебя дует в этом ущелье. Но это уже концовочка, это уже заканчивается. То есть получается, я сказал, 15 минут, по факту полчаса идет. 25 минут примерно добираться. Вот оно это место, друзья. Вот он, конец. Мы пришли. Мы преодолели этот путь. Вот, Иришка, пацаны. Сападеры. Пусть посмотрит тот, кто здесь не был, и поставит лайк. Если вы досмотрели до этого места, обязательно, ребятки, ставим лайк. Вот. Так, что случилось? Мирошка, самый главный наш парень, пришел. До конца дошел до Сападеры. Молодец. Мирошка преодолел этот путь. Он уже был. Он тут был? Да, был. Когда? Он уже спускался. А, вообще, я думал, раньше был. Так. Яша, как тебе, понравилось? Красивое место? Красиво. А какое лучше? Там, где мы были на лагуне в прошлый раз, или здесь? На лагуне. Лагуна тебе больше понравилась, да? Да. Ну, тут больше прогулочное такое место. А там покупаться можно. Но там сложнее было спускаться, согласись. О. Вы погнали вниз уже? А, вы чаек пить. Правильно, давайте, чаек пейте. А мы, поскольку только пришли, мы сейчас доснимем наш фильм с пацанами, да? Тимур, а ну смотри в камеру, а ну кепку подними. Погнали. А ты почему братика обижаешь? А сейчас я купаться заставлю в Сападере каньоне. Итак, вот он, фишка эта сападеровская. Короче, где тут всегда в этом месте есть очередь, это самый большой, крутой водопад. Вот, на него можно смотреть очень долго, часами. Сделать фото вокруг него, вернее, на фоне него. И главное, этот водопад натуральный, не так, как китайцев недавно рассекретили, друзья. Когда они трубу там вверху проложили, и типа водопадик лежит. А это природа, природа. Вот, посмотрите. Посмотрите цвет воды, да? Пушка.
Да, будем сейчас фоткать. Кто-то будет фоткать? Да, сейчас, секундочку. Вот, мы сейчас... Сейчас тут идет фотосессия. На этом наш обзор заканчивается. Понравилось? Супер! Вот, такое место. Покупаться тоже можно. И сейчас фотосессия. Если вам понравился наш обзор, ставим себе лайк. Пока!